В следующем году полис медицинского страхования в Молдове может подорожать сразу в 3 раза. С нынешних 4000 леев до 12 600. Резкий взлет стоимости полиса предусмотрен проектом закона о фондах обязательного медицинского страхования. Отмечается, что стоимость медполиса в Молдове не менялась с 2018 года, и вот теперь он взлетит сразу на 211%. Некоторые пользователи соцсетей возмущены и говорят, что за такие деньги люди должны требовать бесплатные услуги стоматолога и пластического хирурга. И сегодня же в Молдове вступили в силу новые тарифы на электроэнергию. В зависимости от поставщика электричества, а их в стране 2, молдавские абоненты будут платить или 5 леев 91 банов, или 5 леев 60 банов за 1 киловатт-час. Это почти на лей дороже, чем в ноябре. Ранее премьер Наталья Гаврилица признала, что ноябрьские платежки за свет станут шоком для молдавских граждан.